слив на Карлшуре. Мощнейший, красивейший. Попадание в цитадель просто одним залпом. Шараха нету. Да мне даже самолет. Я как раз начал крутиться, так сказать, в надежде не попасть под торпеду от самолета. Ну и в ответку мне прилетел, как говорится, с добрым утром от линкора, который я даже не видел. Короче, это был полный пип. Давайте уж сделаем, черт с ним. Ну а что делать? Да, конечно. Теперь я стал немного повеселее, да? Ладно, что, двинули. Попытка номер хрен его знает какая. Так, 11.3. 11, короче. Бой начинается. Зададим им жару. Пум-пуру-пу-пум. Да. Хрен знает, конечно, может этот Карлашура получит техническую победу, немец. Но как меня сняли, это просто. То есть я даже не видел этот линкор, я хочу сказать. С меня причитается. Просто из-за горизонта прилетел снаряд бронебойки, просто бам, и все, и меня нет. Как там? Хедшот. Нужна помощь. Монстр килл. Так. Крейсер потоплен. От души.
хрен тебе во всю морду, скотина. Это хорошо. Попаду, не попаду. Меткое попадание. Это мне сейчас сказали? Видимо, да. Так, кто тут? А. Воюем, воюем. Эй, ты чтоб тебя. Обнаружен линкор противника. Воюем. Сегодня мы с тобой воюем. Торпеды прямо по курсу. Я. Не, блин. Зарядка, ну! Есть, ох, пробитие. Ох, дрёнок, черышка, а? Больно. Так. Продолжаем воевать. Наша команда получила преимущество. Это хорошо. Самое главное, чтобы наша команда всегда получала преимущество. И... парень. Хорошо, что с той стороны народ совсем косой оказался. А почему ему-то, кстати? То есть я в него впилился, если так-то по-хорошему. Или нам обоим? Странно. А, нет. Странно. Ну ладно. Ничего страшного, на самом деле. По-моему, он больше пострадал от нашего столкновения. Как-то это немножко неправильно. Наша команда близка к победе. Это очень хорошо. Эй, чё? Лучше слома. Поворачиваем. О, там уже захват баз пошел. Этот чувак прям погорячился.
Давайте туда, захват базы. В конце концов. Доплыть не доплыву, но хоть попробую. Ой, ну ладно, конец. Адекватная победа. Все-таки надо, блин, уже какой-нибудь клан вступить или еще что-то, чтобы иметь, так сказать, связь с людьми. А то эти одиночные заплывы, конечно, прикольно, но, блин, не хватает иногда того, чтобы рявкнуть на кого-то там, TeamSpeak, или чтобы типа на тебя рявкнули, в плане того, что там влево, вправо, на ту точку, на эту. Не хватает. Ну или с друзьями играть, тоже вариант. Ну, с друзьями что-то как-то получается. А, у нас там, блин, чувак. Хотя да. Нет, я сейчас плыву прям вот на захват. Не за всякий. Но я, к сожалению, наверное, не успею. Потому что слишком много народу набилось. Из захвата. А, все уже. Победили. По-моему, я даже какое-то задание это, выполнил. Да, точно. А, ну вот урон союзник. Нормуль, нормуль. Ох, нифига себе дождь у нас там снаружи. 1464, да? Здесь, по-моему, Свете уже покупать нечего. Берите награду. Давайте заберем. Получить. Так, что у нас? Это торпеды, торпеды. Это у нас... Победите один раз. Давайте. Ну, один раз как-нибудь, наверное, сможем победить. Так, и еще раз модули. Светлане я все купил, да? Все, теперь тут уже прием на Кирова. Героев. Ладно, спасибо. Ой. Кейзер. А, подождите. А, Карл Шур победил. Техническая победа. Ну ладно. Ок. Ничего я им не сделал в том бою вообще. То есть даже, по-моему, ни разу толком выстрелить не успел. Так что это, как я уже сказал, чисто техническая победа. И ничего более. Ну ладно, что. Так, Кайзер. Кейзер. Что у нас тут? Маневренность плюс дальность стрельбы. Увеличение дальности стрельбы. Бу-бу-бу. Да ладно, не будем пока допки тратить. Так, небольшой перекур. Так, ну, в общем, так мы поснимали весь этот бонус в 50. В основном техническими, к сожалению, победами. Выкладывать я это не буду. Ну, как я уже сказал, ничего там интересного нету. Ну, теперь поехали на Кайзере, покатаемся. И что-то я решил, надо потихоньку начинать ветки этих британцев и французов делать. Что-то я так посмотрел, у них там сплошные крейсеры, да, эти линкоры. Как раз то, что я люблю.
начинается! Карамба! А кто задал вопрос? Йоки-йоки. Хе, еще. Еще как надо. Но отвечать ей не. Так, 14,5 км. Ладненько, двинули. Этот кораблик мне, ей-богу, нравится. Давайте на точку А. Тихой сапой, так сказать, потихоньку, полегоньку. Давай, давай, доворачивай, доворачивай. Тихо-тихо-тихо, так, перебор. Перебор. Вот так. Фу-ху-ху-ху. Гайзер. Надеюсь, получится нормальный бой. В целом, кораблик классный. Вот этот гайзер, он мне очень нравится. Сам по себе. И как он удар держит. И скорость. Все, в общем. Этот он еще не апнутый. Так. Ко мне летит из-за тучки вот такая бяка. Слава, нет, ладно, не ко мне. Или ко мне. 7,5, 7,3. Нет, по-моему, все-таки они Даная пытаются закарампутать. Тик, 16, о. А вот это уже близко. Близко, да не очень. 14,8, ну да, мы удаляемся. Эх, чуть-чуть не хватает, а. Так, 15,4. 14,9. Он стоит вообще. Так, 14, вот. Вайоминг, ну здравствуй, родной. Опа. Уки-пуки. Попаду, не попаду. Вижу изменения противника. Да. Попал, правда, без толку. Все равно, что вообще не стрелял. Мимо. Ладно, оп. Не мимо. Можно и поближе, кстати. Ой, красавчик. Ай, молодец. Смотри, что делает, а. Упс. Сделали все. Концовка. Вуаля. Она, как говорится, и животному приятна, а уж человеку тем более. Нет. Вижу, вижу бяку. 14,5. Сейчас до 14 дойдем. Поворот.
Вот. Новый поворот. Ну, эй, пушки. Ой, как я зафейлил. Или не зафейлил. Ну так. Ладно, он еще хуже. Ах ты ж, батюшки. Стрелочный. Наша команда получила. Попаду, не попаду. Ах ты ж, мать твою, а. Гаденыш. Жопа с ручкой, а? Линкорчик мой. Сбил, скотина. А, ты тебя отомстил. Да блин, а ну что так мало-то, а? Да я не лучше. Эй, ты чё? Ничего себе перелет. Опа! Ох ты ж, ёкаламана. Ай, ты молодец такой, а. Команда близка к победе. Ну задний ход, черт тебя дери, ты уж давно остановился. Блихом, бляха, муха. Задний ход, задний, задний, ну. Ничего себе впилился, блин, эй. Ну давай, ты че? Ну эй. Ну назад, ну ты че, ну поехали. Да что происходит-то? Да бляха-муха, ну двигайся, черт тебя дери! Да блин, ну назад! Назад! Давай, давай! Пошел! Жесть какая-то, что происходит? Почему так долго он набирал клюганную скорость? Уничтожен. Ах ты ж, ёкаламаны. Сейчас на разворот выйдем. Капец, как же это медленно было. Главное, уже остановился. Все. Нет, продолжает типа ехать вперед, блин. Понятно, конечно, что такую махину разом не развернуть. Ну, ёкаламане, ну совесть надо немножко иметь. Мне вот интересно, кто ему там так хорошо зарядил в один из моментов. Так, сворачиваем орудие. Они так сворачиваются, да? Наша команда близка к победе. Красота? Дайте хоть один самолетик, сковырнули бы. С половиной км. Далековато. Ну ничего.
кого-то преимущества особо и нету, честно говоря. Трое на четверо. А тихо, кто у нас? А, вон у нас авиация, мы там воюем. Кто у нас остался-то вообще? А, ну понятно. Сплошные крисети. Как... линкоры, блин. Да, уж с таким составом точку С завоевывать не поедешь. Эти вообще что-то непонятное творят, блин. Нацкаме. Поворот. А, все, мы их потеряли, да? Давай, давай, доворачивай, милая моя. Блин, ну чуть-чуть, оно может догорит. Да, он горит. Все, сейчас доломаем. Прекрасно. Так, где же у нас еще два... А кто там остался-то? Светлана. Как говорится, простите, а Светлана вообще где? Светлана выйдет? Или Светлане похер? Я на точку С. Так. Мужики, а вы куда? И как вы хотите пускать торпеду? У меня сразу вопрос. Минус один. Вот это правильно. Твари такие. Статистику. Наша команда близка к победе. Прекрасно. Просто прекрасно. Так, это кто? Хошо. Ну да, понятно. Это тот самый авианосец. Вот на Хошу и поплыли. Да, это будет долгий заплыв. Ну, серьезно. Кошмар, это будет очень долго. Хоть бы один какой-нибудь эсминчик выжил. Все погибли. Пу-пу-пу-пу-пу. Вот наша авиация фигней страдает. Я вообще не понимаю, что он-то, вот что он там телится. Ну подплыл бы к точке, я не знаю, G6 или G5, куда-нибудь туда, блин. Чего вот стоит в самой дали? К нам бы лучше плыл, на самом деле. На точку А за нами бы встал. Сейчас это Светлана, я не знаю, где она, кстати. Что-то непонятно даже. Че чувак делает? Точку С охраняет? Ну это бессмысленно. Че вот этот Светлана сейчас делает? Может, конечно, чувак не загрузился и так и стоит АФК до сих пор. Ну, может быть, конечно, такое, но тогда это... не очень приятная победа, будем честны. Все-таки, когда кто-то, так сказать, отсутствует в онлайне по каким-то техническим причинам. Ну, а что в этом хорошего? Ничего хорошего в этом нет. Ай дайте на точку С нахрен. Это гонка, блин, черепахи за черепахой. А7?
уж. А, ну вон Светлана нарисовался. Так, чувак меня интересно, он облетает или нет? Да уж, какая яростная гонка. О, выполнил. А там один бы. Да. Ну нормально, нормально. Какие бомбы нравятся. Все-таки молодцы немцы, хорошо сделали. Прям все в нем хорошо. Ну ладно, может не все, но... Так, получить. Задание 7. Уничтожить 5 кораблей противника. Давай. Пусть висит. А задание 8. Вот все в одном бою 2000 опыта. О-о-о. А это что такое? Соберите 5 звезд. Финальная. А я сколько собрал? А я хрен знает. Сыграете один бой? Нормально. Да нет уж. Не будем пока. У нас еще он есть несколько штук. Так, Кайзер. Модули Кайзера. Так, ну тысячи. Вот это можно взять, в принципе. Так, тут у нас что, я уже забыл. Тут все прям. Прям ням-ням-ням-ням-ням, как говорится. Маневренность. Маневренность — это круто. Поэтому берем. Опа, и опа. Какая прелесть. Так, ну чё, поехали? Как его? Британцы, да, Франция. Не буду, я знаю, что можно сделать, но хотя с точку. Давайте исследуем сразу, что там. Нет, сразу на второй переползать не будем, это неправильно. Давайте, поехали. Разовьем эти ветки тоже. Извиняюсь, задумался. О, что так мало народу? Так и должно быть, да? Ну-ка. Ой, ты батюшки. Ой, ничего себе, у нее все это КПП. Зададим им жару. Бой начинается. Есть. Кошмар. Три орудия. Какой ужас. Так, стоп. Подождите, а я что, ботов что ли взял? Нет. Что, так и должно быть, да? Мало так народу, я имею в виду. Вроде не боты. Ладно, черт. Поплыли что? Попробуем. Ай да, 3/4 вперед повоюем, блин, так. Дальность-то какая? 8,7. Ну ничего так, ничего. Пушки быстро крутятся. Сойдет. Не самый худший вариант. Это ж кормовая вообще бесполезная. Ладно, не знаю. Слушайте, я перерыв, по-моему, забыл сделать, да? Эту запись потом делить придется. Ну ладно, фиг с ним. Ничего страшного.
Блин, чувак стоит, похоже. Двое у нас не двигаются. Двое из шестерых вообще плохо, конечно. Кто там палит? О. Ладно, оставим это. Пусть будет. Первый бой комом. Или первый блин комом называть. Ну, пока что один. Так. Перерыв. Давай, загружайся быстрее. Хотя ладно, перерыв, короче.